добрый вечер. Из-за короткой стрижки. Самое забавное. Никакого. Здесь ничего веселого нет в короткой стрижке. Все скучно и однообразно. Наверное, я вижу себя президентом, не меньше. Смешной, забавный и веселый. Мне не хватает немножечко моря. Чуть-чуть совсем. Одну карту. Не больше. Наверное, мороженое. Конкурент. Вон та белобрысика, Дикуха Казакевич. Я. В Гомеле, в Гомельской области и на Гомельской границе. В этом сезоне, я думаю, такого еще не было. Так что ждем еще несколько матчей будет. В 14:05. Идеальное время. Чай вместе с сахаром. Наверное, мой крутой костюм. Боюсь Харланову. Она пугает иногда. Стринки. Наверное, его чувство юмора. Нет. Прям мне любимый. Наверное, Лу. Тайна. Так ну ж тайна, как я могу про него говорить? Это секрет. Ничего не бояться. Идти до конца и быть собой, и вырывать до конца. Кати. Хорошие советы на тренинг дают, конечно. 50 на 50. Стыдно, наверное, за это интервью, потому что ничего нормального не придумала. С парашютом. Такая есть, не думаю. С вами была Анастасия Новикова. Подписывайтесь на меня и на YouTube-канал Исыч Иргур.